Привет, друзья! Как создать красивое поздравление для родных и близких, для любимых? Заходим сначала, скачиваем фотографии, подготавливаем, придумываем текст. Если не можем придумать, пишем такое текстовое поздравление и выбираем себе. В переводчике редактируем и начинаем монтажировать далее, чтобы ставить музыку. И это нам надо открыть видеоредактор Windows 10. В левой стороне нажимаем «Пуск» и находим видеоредактор. Также мы можем открыть через фотографии, практически одинаково. Выбираем видеоредактор и нажимаем «Открыть». Теперь заходим в новый проект. Видеопроект, новый, создать новый видеопроект, нажимаем. И сейчас он загружается. Нам теперь выбрать фотографии, которые мы скачали, и сделать красивые надписи поздравления, те, которые мы приготовили. Сейчас загрузится он. Название можем потом дать, окей. И теперь вот здесь добавляем, нажимаем добавить. С этого компьютера выбираем, откуда у вас фотографии, или можете сразу с интернета. Я уже скачал с этого компьютера. Теперь подумали, какие цветы фотографии надо добавлять. Выбираем, выделяем, сколько мы хотим. И нажимаем «Открыть». Если что, мы можем добавить еще. Открываем из папки. Добавление идет. И смотрим. И теперь нам надо выбрать, вот здесь вот выделить, какие фотографии мы хотим добавить. Потом мы их можем поменять. Выбираем. Теперь, когда выделили, выбрали, нажимаем «Поместить в раскадировку». Нажимаем. Теперь передвигаем, выбираете, которую хотите первой фотографии, и передвигаем ее на начально. И так выбираете, сортируете, сколько вам хочете вперед, назад, от цвета подбирать себе фотографии. Теперь будем добавлять текст. Можете поиграться с настройками, длительность здесь, движение, 3D-эффект добавить, фильтр. Все, сейчас будем это пробовать. Я выделяю первую фотографию и нажимаю текст, добавить текст. Копируем начальное поздравление. Заходим опять в видеоредактор и добавляем, выбираем текст. Здесь мы корректируем. Посмотрите, видео у меня есть как по настройкам. Вот такой плейлист, видеоредактор Windows 10. Вы здесь много видео найдете интересных по разным темам. А мы с вами продолжаем добавлять. Теперь выбираем, добавили текст. Теперь выбираем, в какой стороне будет, чтобы первая, самая первая фотография у нас была красива. Мне пока понравились вот эти три варианта. Праздник, холодный заряд, пиксель и мультфильм. Посмотрим, в какую сторону. Нет, здесь самое красивое. И нажимаем «Готово». Итак, все по одной фотографии. Теперь мы птичку убираем и делаем надписи также на всех фотографиях. Здесь такой текст добавил. Нажимаем «Готово» и добавлю 3D. Добавляю 3D-эффект. Убираем громкость, чтобы не забило. Музыку добавляю еще один шарики, и сейчас посмотрите, что получится. Обязательно убирайте громкость, потому что, чтобы нам музыку, мы же поставим музыку, не мешало. Просматриваем быстро. Если не нравится, удаляем и выбираем другие эффекты. Вот их большой выбор. Также нажимаем «Готово». И так работаем со всеми фотографиями, сколько вы хотите. Не лишнее, потом нажимаете и вот так нажимаете «Удалить». Отсюда и отсюда. Можно сразу добавить 3D-эффект. Вот еще одну фотографию, последнюю показываю. Нажимаем «Готово». И теперь будем добавлять музыку. Не забывайте клавишами расширять слова. Вот так вот будет красивее.
Здесь пробел сделаем чуть-чуть, чтобы слова чуть дальше были друг от друга, чтобы было красивее. Смотрите следующее видео, друзья, как сделать голосовое поздравление, именно красиво выбрать закадровый голос и добавить таким же способом. А мы сейчас будем добавлять фоновую музыку. Нажимаем «Фоновая музыка» и выбираем себе трек. Поверьте, это поздравление будет намного дороже, когда человек, близкий, родной, будет знать, что вы сами своими руками создали это музыкальное поздравление. И вот выбираем здесь музыку. Подбираете громкость себе и прослушиваем. Давайте эту музыку я выбрал и добавляем. Потом будем редактировать громкость, если не подойдет. Нажимаем «Готово». Вот открываем, я добавил больше громкости, забыл, что у нас же не будет ничего голосового поздравления. Это в следующем виде будет голосовое поздравление с музыкой. И мы оставляем на полную громкость. Можно синхронизировать видео с ритмом музыки. Можем нажать синхронизацию. Готово. И нажимаем завершить видео. Выбираем формат. Конечно, если на телефон, то лучше низкое расширение брать. Даже вот это 540 на телефон, поменьше файл, или 720. Ну, я оставлю 1080. И нажимаем «Экспортировать». Выбираем папку, куда нам отправить этот файл. Проверили предварительно. Вот я в видео. Называем файл теперь. Цветы так и назову. И нажимаем «Экспортировать». Все, ждем. Оставляйте лайки и комментарии к видео. Также смотрите следующие видео, друзья. Экспорт открывается. Помните, друзья, что вы всегда можете отредактировать все. Отредактировать все. Удалить. Соединить несколько видео в одно. Все здесь прекрасно можете. Тут добавить текст, голосовой текст, музыку. Все здесь встроенный редактор все делает. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось, если не нравится. Что вот этот проект сохраняется автоматически. Вы посмотрели, видео не понравилось, взяли тут, понажимали, выделили здесь и здесь фотографии, вот, повыделяли, допустим, и нажали удалить. Нравится вам, вот, нажали раз, там выбрали и удалили, все. Также и отсюда выбрали и удалили ненужные фотографии. И сменили, соединили потом видео, сколько хотите, какой величины. Все, друзья, на этом все. Всем хорошего настроения. Не забывайте поздравлять близких, родных, мам, девушек, дочерей. Всем пока-пока, хорошего настроения. Лайки, подписываться на канал.